Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня будет стихотворение о святых людях. Автором является Долматовский Евгений Аронович. Как просто объявить себя святым, трепицу вывесив, как флаг на жерде, над глинобитным домиком своим, и размышлять о жизни и о смерти, уйдя от всех трудов, тревог, забот, накрыв худые плечи мешковиной, скрестить колени, восседать, как Бог, потряхивая шевелюрой львиной. Ты в мире гость, и в каждом доме гость. Вставай, иди, топчи свою дорожку. Голодные отсыплют рису горсть, бедняк отдаст последнюю лепешку. Постой, ответь мне на вопрос простой: они святые или ты святой? Всем спасибо.